Отчет Павла Конькова получил удовлетворительную оценку парламентариев. В четверг депутаты трех фракций высказали свое мнение о ежегодном выступлении временно исполняющего обязанности губернатора, который состоялось днем ранее. Все депутаты признали, что проблем было озвучено много. Единороссы предложили не голословить, а взяться уже сейчас за работу, засучив рукава. Коммунисты назвали отчет инвентаризацией проблем. Павел Коньков уговаривается, камни в огород Михаила Меня он не бросал и не считает, что накопившиеся задачи – результат плохой работы экс-губернатора. В ряде случаев не очень зависит от персоналей, которые в тот или иной момент руководит конкретно исполнительной властью. Действительно, отчет был губернатора Ивановской области. Действительно, из прошлого года я эти обязанности исполнял недолго. Я не считаю вообще очень этичным оценивать деятельность своих предшественников. Задача эта не очень благодарная, и не думаю, что этого от меня вчера ждали. Сложно пока понять, как коммунисты относятся к новому, пока еще не избранному губернатору. С одной стороны, укорили Павла Конькова за бурную агитационную деятельность. До выборов еще далеко, и пользоваться средствами массовой информации в этих целях не совсем честно по отношению к будущим соперникам. С другой стороны, работа Павла Конькова, Владимира Кленова пока вызывает меньше нареканий, чем деятельность Михаила Меня. А что касается отчета, то в нем коммунистам не хватило комментариев по борьбе с коррупцией. Чего-то нового и революционного в отчете не прозвучало. Фактически были зафиксированы старые, годами нерешаемые болячки области. О коррупции, которая душит область, а СИЗО в скором будущем из-за скопления там чиновников может превратиться в один из департаментов, так тоже ничего и не было сказано. Намеревается ли администрация области оказать всемерную поддержку генералу Никитину в зачистке чиновничьих рядов от коррупционеров, которая может принести в казну не 1 миллиард рублей, мы тоже не услышали ни слова. Основательно к оценке работы правительства подошли либерал-демократы. Их интересовало строительство полигонов для твердых бытовых отходов и дальнейшее обеспечение населения качественным продовольствием. В связи с последним фракция ЛДПР предлагает разработать региональную программу. Многочисленные пикеты, забастовки на еще год назад позиционирующим себя как лидер отрасли предприятий «Ивановский бройлер». С большим трудом отсроченная ликвидация совхоза «Тепличный», закрытие хлебозавода в городе Иваново. В случае, если наш регион сохранит собственное производство социально значимых продуктов питания повседневного спроса, можно будет говорить об их качестве. Иначе трудно себе представить свежий хлеб, молоко, масло и другие продукты, которые завозятся в область за сотни километров. Поддержка местного производителя и развитие экономики в целом. Для Павла Конькова это первоочередная задача. Губернатор – это прежде всего должность хозяйственная. Что основная забота – это все-таки вот руководить жизнеобеспечивающими процессами, которые направлены на решение проблем. Свою работу в 2014 году правительство должно построить в соответствии с замечаниями Думы. В списке обязательных к исполнению предложений – переселение граждан из аварийного жилья и газификация жилого фонда от единороссов, улучшение жизни селян и развитие сельского хозяйства от коммунистов и новые полигоны для ТБО и обеспечение населения безопасным продовольствием от либерал-демократов. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.